Ротация кадров. В Караганде вслед за сменой акима района имени Бөкейхана сменили акима района имени Казыбекби. Его должность занял экс-аким Каркаралинского района. Далее в сюжете. Представление вашего голосования кандидатуры Бичетая Эльдара Сергеевича на должность акима района Казыбекби. Надеюсь на вашу поддержку и уверен, что благодаря накопленному опыту и знаниям данным ответственному посту исполнить все поставленные задачи, которые ставит наше руководство страны, области и города. Прошу вас поддержать. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, депутатами городского маслихата, распоряжением акима города, акимом района Казыбекби, Караганды назначен 40-летний уроженец Каркаралинского района Эльдар Дюсетаев, с 2019 года руководивший Каркаралинским районом. Он имеет 3 высших образования на государственной службе с 2003 года. Начинал ведущим специалистом одного из отделов района, которым сейчас будет руководить. Занимал различные руководящие должности в агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Был заместителем руководителя аппарата акима Карагандинской области. Хочу сказать большое спасибо акиму области, акиму города за оказанное доверие. Благодарю депутатов городского маслихата за поддержку и доверие ко мне. Обещаю, что приложив весь опыт в новой деятельности, я сделаю все, что в моих силах для достижения поставленной цели. Освобожденную должность акима Каркаралинского района занял Ерлан Кусаин, до этого возглавлявший управление внутренней политики Каргандинской области. С 2020 года занимавший пост главы района Нурлан Рыстин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Ирина Вабищевич, Шалкар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 канал.